Согласно показателям прошлого года, мы смогли достичь быстрой и эффективной обработки запросов клиентов. Время обслуживания клиента в разговоре составило до 7 минут, а принятие в работу документов, которые позволяют вести внешнеэкономическую деятельность для клиента, до 60 минут. Моя команда увеличилась с 8 человек до 19, а это подтверждает востребованность данного сервиса среди клиентов. Наша команда дважды становилась победителем в номинации «Лучшая команда месяца». Важным моментом для меня, как для руководителя группы, является то, что мои сотрудники занимают лидирующие позиции в рейтинге сотрудников контакт-центра, и к таким показателям мы смогли прийти вместе. В каждой новой задаче у нас есть видение, как добиться ее выполнения с максимально короткими сроками для клиента. Каждый сотрудник понимает важность выполнения своей работы для достижения результатов команды. Мы найдем выход из любой сложной для нас ситуации и доведем начатое до конца. Каждый сотрудник команды имеет очень важное значение. Без него невозможно достичь обозначенную цель. Следуя таким принципам, клиенты выбирают именно нас. Для создания команды чемпионов необходимо наличие руководителя чемпиона, который может привести команду к победе. Чтобы вести за собой, нужно быть прогрессивным и держать руку на пульсе. Каждый день я делаю новый шаг, преодолеваю препятствия, изучаю новую информацию и разбираю новые кейсы, чтобы быть лидером, примером и вдохновителем для своей команды. Ведь успеха добивается тот, кто трудолюбив и настойчив.